Все. Со снежными горами точно будет. 1190 рекомендую. Здесь везде средний пишет или нет? Ну да. Ну хотя нет, там же есть, Чеба, которые 4 часа. Я думал, у меня лагает нахуй, думал, где нахуй дорога, какая, где везде, блядь. А тут нахуй реально дорога. Я думал, у меня уже что-то лагает, пиздец. Ничего еще. Так, надо от первого лица ехать. Ого. О, медленно так газует, вообще ужас. Да нахуй, они там они двое на машинке такие. Ну, парши. Иди нахуй, блядь. Хорош, тихо. 107 точек. Ого, смотри, короче, первый борз этого, как его зовут? Ебать, прыгает! Ванда. Блять. Банда? Ванда. Слушай, хай, я сейчас перелетел. Смотри, она улетела куда-то. Прыгать надо. Ты вообще едешь, нет? Смотри, что творят, все, они все на эту горочку, смотри, едут, блядь, да, что творят? Да, они там вообще что-то глюкнутые какие-то боты. Ладно, поехали дальше. Ни хрена не поворачивает, корыто. Смотри, догоняю. Ты думаешь, мне удобно нахуй здесь? Нахуй вообще этих, блядь, ароматизаторов нету, блядь, кирпичи, ман. Да-да, утюги. Ну, блядь, так и есть. Еще есть. Блядь, блядь, в NFS Rivals, когда я играл, там такие утюги, блядь. Да мы что, этим, что ли, едем, что ли, нахуй? Мы реально по пустыне-то едем, понимаешь? Ёб твою мать, как её заносит. Так я от первого лица еду, вообще, блядь. Я тоже от первого, знаешь, как-то неудобно, блин, особо. Заносит постоянно. Так чувствую, ты летишь на скорости 100 км, блин. А блин, едешь на самом деле побыстрее. Или помедленнее. Ёптвою, налево, направо, блять. Да, налево, ой, направо. Справа, что меня обогнал. Да-да-да. Где он там прыгнул? Я офигею. Это бред вообще. Блять. Ебать, я еще не вижу, просто, блять. Да то же самое. А в октопа в небо смотрю уже много раз. Да-да-да. Сейчас сука такая нарисовался. Смотри, там этот стелс летит самолет, который. Где? Слева пролетел сейчас, блин. У тебя он. Ну я спереди этот самолет. Блин, офигеть. Вообще. А ебать, я. Нахуй я что-то сюда перевернусь, нахуй. Я вообще, смотри, отстал от вас, как, блин. 200 метров, ебать. Дурак, я что-то сзади тебя, блядь. Да? Ты что, блядь? Я думал, ты спереди, наоборот, там едешь что-то. Ну да, они меня там погнали. Они вообще похуй на горке, блядь. Я колбасит нахуй, блядь. Без разницы, какая машина, блядь. Прыгаешь нахуй, блядь. Вон, блядь. Да ты стой. Да, блядь, хуй ты меня толкаешь, ты мудила, блядь. Я толкаю, я, блядь, вообще прыгал. Взял, блядь, толкнул меня, сука. Я на боку прыгал, идиот. На боку он, блядь, прыгал, ебанул меня, как, блядь. Пошел нахуй, говорит. Я вообще ничего не видел, на боку прыгал. Ну, в яму, блядь, падаю нахуй. Это мусится, блядь. Блядь, когда эта пустыня уже ссаная кончится? Пиздец какой-то. Дюны эти, блядь. Я просто нахуй влево-право, блядь, колбасит, ну сейчас перевернусь, нахуй. Все, заканчивается сейчас. Ура! О, шоссе, бать! Бать! Еще прыжочек последний. Бать, бать! Тихо, тихо, тихо! Аллилуйя! Прыгает на. Ура! Дом мне не видно, нахуй. А, сейчас жопа какая-то, да? Да я это обогнал, там первый нихуя не ебать на 300 метров. Да, ну трассу выбрали, конечно, жестко. Просто последний, смотри, что-то вообще последний отстал у нас. А, да, нет. Похер. Лучше первый так отстал. А я спутал с буквой С, блядь. Я думал, это метка типа игрока. Блять. Ну вот, блядь, я не заметил нихуя, я пропустил. Блин, пиздец, как они так поворачивают, я офигею. Что у них там за мега управляемость? Как вчера есть на стриткары, блин. Пошел, блять, с дороги, сука. Ты видел, я его столкнул, да? Да, потом развернул. В этом дерево не врезался. Гоняй его нахуй. Да я б с удовольствием, знаешь, блять, на меня несет пиздец. Батя, отнесусь 200 километров нахуй. Нихуя, все просто с деревья собираю, блядь. Угу. Еще ужас. Бать! Бать! Бать, я еще просто по 250 тысяч разгоняюсь, вообще пиздец. Я вообще хз, я на скорости смотрю, я смотрю только вперед. Бать, этот вправо тянет, отвечаю, вообще пиздец. Вот это спуск. Тихо тебе нахуй. Я говорю.
Там крат вообще нет. Ааа, блядь, что за хуйня? Меня развернуло. Блин, да гони его пиздани. Да я на него 300 метров. Куртис. Куртис. Он уже на следующий год горочки я такой и еду по этой вообще. Это ебаный Red Cock. Ебать! Ой, Red Rock. Дно машины въебался, но сейчас увидишь, что трюк будет вообще жесткий трюкся. Просто дно машины, слышишь, такие. Ебаааа! Прыжочек. Я от первого лица с самого начала гонки еду. Я сам, блядь, еду первого лица. Ужас. Я с 200 вот потихоньку догоняю. Я третьего боюсь посмотреть, что там с моей машиной. Там я вам вижу, как вы прыгаете, блядь, кусты. Напрямую вроде, блядь, потихоньку догоняю, но всем 240 метров. Да тут эти кусты ссаные, блядь. Вся скорость сбивается. Я такое чувство, машина как будто, блин, едет вперед, а назад. Кусты она тормозит, блин, они разгоняются. Так, когда в кусты врезаешься, то камера чуть-чуть слегка отдаляется, кстати. Да нет, не из-за этого, просто она еле-еле едет, блин. Ой, бать. Блять, каньон! Деревья, аккуратно, слышь, что деревья вообще не ебись. Ууу, я сквозь них проехал. Бать, да ты, сука, не ходишь, 270 метров. Сука, блядь. Да читеры ебаные, блядь. Ебать, он там полетел, ты бы это видел. Да я говорю, читаки вообще боты. Ой. Ты улетел? Ебать! Брак, тихо, направо, блядь, тихо! Я по дороге еду. Лайка, босс. Смотри, смотри, я по дороге догоняю вас. Блять, гавно. Блять, ориентир. Надо его забрать. Бля, по дороге был быстрее даже. Направо, направо, направо. Блять, да, направо. За ним, я чуть за ним не поехал. Блять, заебала эта камера. Почему она 60 FPS на дергается? Сучка. В рот я ебал. На, он надо догнать, слышь. Да. Ты ебать, сколько там? 400 метров, блядь. Да, но у тебя, слышь, сейчас на стрель, на срезе, но хотя, блядь, пока... Нет, да, нет, срезу. Он сам поэтому поехал, срезу, блядь. Ну, конечно, у них же там проложен маршрут уже. Видите, боты. Да в пизду я по дороге поеду лучше. Как быстрее будет. Когда там через этот забор, блядь, проедешь. А здесь можно поехать вот так. Аккуратненько. Ну, догоняем вроде. А, блять! Сука. Чё ты въебался, да? Проехал. Да ебучий забор прям, чуть-чуть не хватило повернуть. Ты поеду дальше так. Блин, а надо было сначала так ехать, чё-то я тупанул. Вай! Вай, блять, тарты! Чё? Блять, тихо, тут ебанулся просто, блядь. Сука, чистый. Мы в Лас-Вегас приезжаем. Я, короче, поехал в это по внедорожью. Прям на точку. Тут все равно прямая. Блин, едет еле-еле, это корыто спанное. 180. Последний там 8 километров. Ой, 8, 1 километр. 8. Да. Так он, смотри, толпа там, блядь, сзади. Вообще едет еле-еле, блядь, ну. Ну где там камера налево посмотри, блядь, не вижу тебя. Я вон справа тебя. Да я решетку, я такой, не могу я решетку не вижу. А третье лицо, где там, блядь? Догоняем его. Мы слышим, что на перекосяк другу едем, кстати, слышно. Бля, тут уже город. Догоняем, догоняем. Сразу ебашь его нахуй с дороги. Надо там за мной представь. Куда вообще поехал? Бахи, тихо, я сзади. Давай за мной. Сейчас налево. Блять, да. Блять, ебучий джип. Сука, в рот тебя ебал, холли ты тут едешь, блять, мудила ебаная, нахуй, иди, блять, отсюда. Сука, все испортил, блядь. Да вообще пидораза, блядь, вот. Ай, ты ебаный в рот. Че, блядь, твои же чуть не ебал. Ты меня, блядь, сбил в стенку, нахуй. Ты меня сбил, а че грузовик не ебал. Ты меня, блядь, сбил. Я справа ехал, ты слева, я не мог тебя сбить, нахуй. Ай, блядь, че за лаги? Бануй. Сука, фризы. О-хо-хо, там еще фриз. Да ебать, че за хуйня? Езжай давай. Не тащи, блядь, да? Пиздец, а? Да при чем тут это, блядь, у меня что-то фризануло, хочет, пиздец. Покой хочет спать, хочет. Я аж на 300 метров от тебя отдалился. Да я вижу. О, прям на тобой державы, кстати, сзади. Дерябль, ага. Я догоню, я догоняю его, блядь. Сейчас нахуй не отрвёшься. Блин, это корыто еле едет, я его ненавижу.
политику сравненного ролини и стриткара. Ну вот здесь... я поэтому и ненавижу ролини, то, что они еле-еле едут. Вот здесь, нахуй, внедорожник так бы не как сейчас не подъезжает. Ну, внедорожник, да, блин, а роликой едет. Но все равно я ненавижу ролини. Внедорожник еще более-менее люблю. Но все равно. Это меня 150 метров, слышишь? Я ненавижу все, что едет по внедороге. Сука, я его нагоняю. Да, давай. Так он еще на это, слышно, на какой-то столько машине, челленджер в ком-то, блядь. Со спойлером, блядь. Или там штанги, он там, не могу понять. Блядь, челленджер. Ебаш. Да, он тебя ебашил, да? Да нет, ну то нихуя на выстрелил. Чего его? У него, по-моему... Давай. А, сосать, да? А, у него этот, Порше, что ли? Ну, да, убил и полетел. Ну вот, видел? А я вас слышу, я просто стрел. Ты его на это, на камень толкнул, он полетел. А я стрел назад, короче, ну прям к нему стрел. А я боком смотрел просто, сбоку. Это за час, наверное, ну здесь 50 раз, конечно, проложен. Камни. Сука, разбился, да. А я нет. А пизды вперёд его. Ёбаный камень, блять, сука, хуль ты тут встал, блять, кто его тут положил? Какой мудак? Ой, бать, серьезно. Смотри, опять он. А, у него этот, дочь, по-моему. Да, я говорю, как у меня столько было на первом месте. А, это, не, подожди, это комары, ты чё? Это комары. Пиздец, комары нельзя в Нидерланды взять. А, нет, можно, ну, ралли можно, но... Все вот эти, которые в Нью-Йорке и в этом, можно. Или нет, да, подожди. Можно делать, но я не делал, ну ты говно. А, да, стоковая. Она ждет. Да, это комара. Я же по фарам, ты чё? Да я чё не приглядывался. Я сделал внедорожник, но она хуже пока получилась, чем Чероки. Да, джип Чероки. СРТ-8. Потом я не делал. Ну это реально бред нахуй. Надо паковать машину, где только. Батя там развернулись, смотри, двое. Слышь, я говорю, надо паковать машину, где только на один или на два класса идет, а не на все. Потому что на все это бред, но не подходит машины ко всем. Вначале, да, но потом уже все надо покупать, отдельные машины. И вот к одному и двум классам. Быть тут как почти. Я вот, слышишь, как я вот в Ламборгини вот тупо на стриткаре вот так вот. Джип. А джип вроде он на стриткаре и на внедорожке ешь. Да. Что, ты гоняешь меня, нет вообще? Да вон я тут прыгаю, блин. Здесь деревья начинаются, кстати. Да. А сколько они от тебя? Я не могу, блин, потому что мне только ты из тебя бьют. Я. Блин. Они сколько от тебя? Они, да, на третий близко, а остальные подальше, там, метров 500. Батя, блядь, просто камера, да, каждый раз прыгает, да. Ага. И первого лица вообще жесть. Надо, 400 метров где-то они за тобой там. О, тут деревья начинаются уже. Здесь пока можно так поехать. Сейчас по дороге надо будет вроде как ехать. Нету, через дорогу с ним туда. Ну, через дорогу, а там когда. Бать, тут вообще аккуратно вообще нужно. О, мы сейчас, короче, в возвышенность будем ехать, слышь. Вообще, блядь. О, ты же зеленый же под мост такой. Ёбаное дерево, блять, хуй себе. Говно, здесь скорость 150 километров, блять. Да, сука, я тут этот, меня занесло. Меня этот обгоняет. Говнюк. Шоу, блять, брысь. Вот здесь вообще трасса, говорит, говно полное. Еле-еле едет, блядь. Да, 150 километров, мне говорили. 150 не дотягивает, а вот дотянул. Тут ложбинка такая есть, по ней можно ехать хорошо. Эй, чё за фриза опять? 120, блядь. Мне 140. Ну это просто сейчас едет. Этот там, этот едет, что там прыгает, блядь, дебил. Ой, я тебя отгоняю. Да я знаю, это для попрыгал, но. Да я не прыгаю специально. Вот он тоже прыгает и останавливается. Ватсап, бич! У меня все держит эту руку на коробке передач, но не переключает скорость. У меня там турбинка есть, блядь. А вот сейчас переключил, потому что я загорелся. Какая-то выхлопная труба, короче, внизу. О, сейчас это, да. Камера не дотягивает вниз. Тихо. Оп, поехали. Так, я чуть не хочу сокращать, короче, через лес этот. Лучше по дороге проехать. Мне кажется, так удобнее будет. Да. Тем более только такой поворот плавный, речь будет так. Сейчас прыжок будет. А, нет. Или да. Ну да. Так. Блять, сука, ебучие деревья.
А ты смотрел это видео у Баги на мастерской, как он в этот Watch Dogs играет? Нет. Да я не смотрю канал, блядь, отпишите. Он просто сидит, короче, знаешь, такой, в начале уже так, там стрим идет 2 часа, вот, и он в начале сидит такой, сука, это такая ебаная игра, блять, я ее так ненавижу. Такой сидит, он все обсирает, обсирает, такой, 2 минуты проходит, он такой, это так, ну все, обсирает и обсирает. Этот чувак, который с ним сидит, такой говорит, так, это типа, Москита, а стрим-то уже идет, он такой, да? А, ну всем привет тогда. Короче, начнем так, типа. И дальше начинается тоже. Блять, я ее приустанавливал 3 раза, говорит. Такой. Сидит там. Как же он? Типа, там есть Watch Dogs, я его уговаривал там что-то 2 часа или сколько, 30 минут. Вот. И типа говорит, есть же пиратская версия. Пиратская, да, давай скачаем, давай. Пошел, скачал, короче, репак. Установил его, говорит, запустил, звука нет, он такой, блять, промучился, нету звука, все, удалил его, пошел это, от механиков репак скачивать с какого-то там сайта, вот, говорит, скачал от механиков, установил, опять звука нет, он такой, да ебаный, опять начал это, думает, ну что, давай купим, ну давай купим, все-таки купили они эту игру за 800 рублей, установили. Ну, он такой рассказывает, установил ее, нету звука, он такой, додумывается, надо колонки включить, он в наушнике сидит, включает колонки, есть звук, там 2 звуковые дорожки, которые идут, ну, через колонки, через наушники, блин. Он сидит, просто говорит, блядь, я ненавижу эту игру. Вот он так играет, начинается, все-таки бежит уже там сначала, спрашивает, ну чё, как тебе игра? Он такой, говно, блядь, дерьмище ебаное. Не, ну ладно, нормально выглядит. Ну говно, сука, 3 раза переустанавливал по 2 часа ее. Ну и просто такие крики, блин. Ты бы посмотрел просто вообще там. Ну и чувак вообще жжёт. Или как он в Assassin's Creed играет, тоже угар. Не видел? Да не, смотрю я такое. Да ладно, прикольно. А ты просто, знаешь, как похоже на тебя и меня, блин. Я сижу такой матом, все там, все ненавижу, ты такой, там, да, так поддакиваешь. Ну, как второй чувак, вообще просто угар. Assassin's Creed тоже играет, такой, бежит, такой, да, блять, куда ты полез, жердочек ебаный. Ебать, они там толпой. Ебаные, блядь, повороты, блин. Крутится. Точно ты тогда тут срезал? Тоже, да, это раллины. А? Или на внедорожнике ты срезал? На чем ты тогда срезал? С вот этой горы. На внедорожнике ехали мы? Ну да, я там, блядь, по этим всем противным через просто вообще к вниз прыгал. Ну тогда в угарно было, да, такой полетел. Мне только это вообще Ванден, но как раз поменяет. 100 километров в повороте, ты сколько там был? 100 километров был в повороте, ты сколько? Ну, не знаю, тоже так примерно. 100 где-то хожу. Но я еще дрифтую, так что меня сбрасывается побольше. Здесь дрифт в гонках не идет. Иди нахуй. Заебали эти зеркальные камеры уже. Типа, да блять, езжай, что ты остановился, мудак. Сейчас включу 30 FPS, блять, и не будет никаких дерганий, сука. И нахуй 30 FPS. Ну, лок поставлю на 30. Вот я на 30 поставил лок, никаких дерганий камеры, блять, нет. Вообще бесит. Ай, да, у меня 60, ну. Ну, меня когда на 60 стоит, у меня, блядь, дергается камера в кабине, блять, меня так бесит это. Просто ешь, она дергается, блядь, дергается порой, блядь. Порой вообще нормально едешь, блядь. А порой начинает как ебашить во все стороны. Так, на радио нормально включи. Гену куда играет. Лупер ебаный. Я еще еду, блядь, я радио переключаю. Ты на управление включу, у тебя, блядь, это... Остановится машина. Да? Да. Че, не знал, что? Не обращал внимания. А, он еще едет такой, Watch Dogs у него игра лагает вообще жестко просто, он такой едет. Игра-то, блядь, не лагает, оптимизация охуенная. Блядь, стол тебе сказать, я врезался нахуй. Диман, Watch Dogs. А до этого нормально, блядь, с радио еще и переключал и ехал. Лах.
Да ебаные, блять, автомобили. Мы половину, короче, проехали. 19 минут всего едем. Слышь, что-то быстро, да? Мы едем всего 20 минут, блин, а уже проехали больше половины. Я не думал, за полчаса выйдешь. Ну не полчаса, а минут 40-50, наверное, будет. Ну хотя, может, и до часу дотянем, там сейчас, смотри, какая дорога будет. Так-то по прямой быстро ехать. Блин, я бы записал эту 4-часовую гонку. Это вообще эпик был. Вообще, да? Блин, реально надо было и записать полностью. Ну блин, весело бы, сука, наверное, гигабайт 40. Ебанулся, что ли, блин? Даже через бандикам. Ну если я сейчас, если я где-то минус 40 записываю, весит это 20 гигабайт. Ты представь, ну вот, блин, если записывать так, то это вообще ужас. Ну блин, ну 30, вот 30 FPS, охуенно ехать, никаких дерганий камеры тебе, блядь. А 60 как включишь, блядь, так начинается, блядь, блядь. Не знаю, как тебе нахуй дергать, нормально? Связка, блядь. Ну я тебе потом покажу, блядь, на видео, у меня есть записано. Я не знаю, как это. Просто интересно. Поймешь, что за дерганье, блядь, ну видишь, какая. Ну, вроде еду все время нормально, у меня же. Ну это у тебя, блядь, не знаю, почему, может, на Родионке такая хуйня, блядь. Ну там херовок. А, кстати, это, слышишь, в чем плюс это будет, хотя, Dying Light от NVIDIA, ID-карт? Там всякие свои плюшки, короче, от ID-карты будут дополнительные. А, ну это XTA там будет. Да-да, всякие дополнительные плюшки. Ну, видать, у меня надо будет на максимальных подлагить, но я ее это сглаживаю, да, это помельче сделаю там по-любому. Мне кажется, если я поставлю сглаживание на максимум, то у меня будет лагать. Конечно, ну, что все-таки видяха и просто нужны помощнее, чем меня. Чебанулся, что ли? Че? Там i5, блин, рекомендую, а не i7 какой-то. Ну, там 4690 плюс видяха, там R9 290 нужна, а у меня 280. Ну, а R9 15%. NVIDIA там 770, по-моему. 700? Да. Разве? А, это да. GTA вроде 500. Да, не может быть, чтобы на ней больше требований будет, чем в GTA. Ну, блин, да, знаешь, это... Знаешь, в оптимизации дело, блять, а не в самой графике. И не в требованиях. Там требование такая, на самом деле, вон, блядь, на самом деле, меньше все ждет и требование, блядь. Ну, на GTA 4, блять, у меня 40 FPS еле выдает порой. Ну у меня с этим, с модом графическим. Если без графического мода, то GTA 4 там под 50 FPS у меня будет. Так что нечего. А Dying Light, это если не на максимум или потом, то на высоких там или на средних точно будет. Там, да ну у тебя на средних-то пойдет, что ты, блядь? Не, я не здесь, а здесь, я не на этом говорю процессор, на том говорю. Ебанулся, мне даже на минималку не пойдет. То есть у меня Dead Rising 3, вон, блядь, 20 FPS выдает. Ну Dead Rising 3, блин, это разные движки, понимаешь? Ты знаешь, какой движок в Dying Light? Какой-нибудь Dead Light. А, ну и какой-то. Там это, от Dead Island, блин. Dead Island. Там? Да, там от Dead Island движок, только уже шестое поколение. А, ну да, слышу, только там изменен он, блядь, наворочен. Ну. Так что у тебя там он спокойно может на средний пойти, я думаю. Ебанул? Не знаю, ну попробуй установи, посмотри просто, на каких она у тебя пойдет, ради интереса. Блять. Даже у тебя пусть видюха не потащит, но все равно она у тебя пойдет, мне кажется, на средних. Ты че, вообще про что говоришь, про какой, блядь? Про Dying Light. Ну я знаю, блядь, Dead Island у тебя на каких идет? Я говорю, с каким процессором говоришь? Ну, с этим процессором. Это ебанус. Я тебе говорю, попробуй. Ну, блядь, у тебя 2 ядра, да, это мало, если бы 3 хотя бы было, 4. Чего? Ну, ядра. Ну, ядра, да? У тебя сколько там, 3,10 ГГц, да, по-моему? 3,20 у меня, 3,20. Ну, для своего она была на то время нормальная, просто в процессорах, потому что там 3,20 ГГц, да, и так. Тогда в то время, когда были покупали, он был самый мощный, один из мощных. Когда, например, в году там 10-м или кому-нибудь покупали. Короче, когда я 5 класс закончил, вот когда мы не покупали. Это сколько лет после года 4-5 назад, блядь. Когда я 5 класс, нахуй, что положительно закончил, блядь, обещали, блядь, вот и купили. Это у меня с 7 класса, нахуй, тройки там пошли в пизду, ну, ебал. Там говно. Когда комп появился, ты? Да, комп у тебя там появился. Когда больше времени появился на игре. Да и похуй, все равно, блядь, тройки, но все понимаю, так что насрать. А куда потом хочешь пойти учиться, на кого? Я не знаю, либо сейчас может с компами, либо вот может начать с милиции, я думаю. С милиции? Ну там, блядь, про спорт, ну и историю нужно и пишется, да, не знать. Менты жадные. Наверное, так начали, так у меня будет. Все равно еще в 10 классе, там в 11, блядь, там уже нужно все определяться точно, потому что, блядь, в начале года уже, блядь, знаешь, всякие анки. А, ты же не учился, блядь, не знаю.
Ну, я там, в ресторане, типа, когда работал, там, типа, расспрашивают, типа, вот, куда уже нужно определиться, или, да? Я в ресторане, когда работал, там эти, ну, девчонка, которая уже работает 7 лет, говорит, это то, что менты никогда чай не оставляют, жадные вообще такие. Просто вообще, сколько не сидели, там всегда, ну, никогда не оставляют. Ну, или оставляют мелочь какую-нибудь там. Ну, я тоже говорю, поэтому... Там же у нас вот средний чай в ресторане был там, ну, 1000 обычно вот, по выходным, прикинь. 1000 просто могут оставить там, придут на 2000, посидят, 1000 оставят. Вот, или больше. Смотри, как сейчас обслужишь, наверное. Ну да, все-таки. Ну, это тоже влияет, конечно. Ну, в основном, если вот ну, средний такой обслуживание, хорошо обслужил, в принципе. Раз тебе там штукарь оставили, так что понравилось. Вот, а блять, так как я мог разбиться нахуй? Девчонки одной оставили, прикинь, 7000. Просто сначала две штуки, потом еще пятерку не дали. Люди не жадные. Ну там эти какие-то, блин, не помню, с чем они связаны. Бизнесмены, что ли? Нет, не бизнесмены, там что-то другое. Что-то с этими, с пограничниками связаны что-то. С пограничниками это что? Да. Блядь. Пограничники там вот эти вот. Все вот это. Что-то такое было, короче. Блядь, я их тогда тоже обслужил на ланч, они 300 рублей оставили, поели на 700. Да. Я два раза нахуй между этой башней не проехал, блядь. Не, ну как тогда у нас створ в законе сидел. Ну-ка, вообще. Давай притормозить, слышь, что не догоняй. Давай. Слышь, вор в законе тогда сидел, говорю. Весь в наколках, короче. Ну это я не видел его там. Чувак, которого обслуживал, рассказывал. Вот весь в наколках сидит, говорит, штукарь оставил ему. Поел, что там, чай попил. Короче, все дела в городе через него. Бизнес-ланч, наверное, я там найдем. Нет, он это, на выходной. Выходной был. Пришел, просто покушали, они там что-то салат, там чай попили и ушли. Ну и там сели в вип-зале, закрылись. А все дела в городе через него ворочатся. Ну там, если строят какое-нибудь здание, через него все. Ну типа одобрить, не одобрить там. Да это все, короче. Ну короче, круче мэра даже там. Ну блядь. Ну хотя ну, не знаю, может он круче мэра, но почти и как люди он. Люди есть, нахуй, хоть у нас город такой маленький есть. Да у вас там навряд ли такое есть. Ну хотя там, есть, я не говорю, такой, во всяком городе есть такие. Это... Много слухи всяких ходят, там говорят, что типа он тоже, блядь. Ну, нет, это, есть, не... конечно, которые там, что-то, крышевань, там все такое. Да. Рэкета сейчас-то нету почти, это в 90-е было. Кого? Раньше знаешь, как криминальный бизнес связывали с этим? С, ну, с некриминальным. Знаешь? Ну. Ставили, короче, машины эти, ну, парковки делали платные, вот, как и, ну, официально, вот. А и... что, не, разве сейчас не платно, что ли? Ну вот смотри, раньше же это были бесплатные парковки, в основном, или вообще их не было, вот. Ну, платные дорогие же, и вот, короче, платные делают бандиты парковки, а никто не ставит машины, они идут, машины это начинают бить в стекла ночью, и они начинают им эти машины ставить потом. Упс. Типа и бандитам плюс и этим как бы безопасность, то что они следят за ними. Ну я, конечно, немножко непонятно объяснил. Ну да, немного, я понял. Ну просто они, короче, делают платные парковки, а они не хотят машин ставить во дворах, оставляют их так же. Они идут в это, стекла им бьют, вот эти бандиты же. И они потом им же ставят эти машины, чтобы они их охраняли. Например, совмещение бизнеса официального и неофициального. Восемь. Давай подождишь, нормально, вдвоем разведем. Нормально едем, ты чё? Ты 200 метров уедешь. Ну, 300 почти. Тем более, ты меня же догоняешь, ты машину помощнее. Ну, кого, ебаный, еле-еле догоняю, блядь, по одному метру. Вот я 220 еду. 84 километра всего мы проехали. Ну вот видишь, 30 минут всего едем, да? Ну сейчас 50 минут где-то будет на финиш. У меня есть 50 FPS крутится, блядь. У меня 30-ка на локе стоит. А так у меня 40... Ой, нет, так у меня 60 где-то было бы. Ну, блядь, эти дергания камеры, я их ненавижу, поэтому я не хочу так ехать. Меня бесит. В принципе, на 30-ке тоже спокойно можно ехать.
Ну? Это если 20-ка, то это да уже. Это херово. Сейчас, сейчас. Сколько ей еще давай? 250 сейчас разогнался. Они в 2 километра, блядь, они в 1,5 километра перейти. Ну, нормально. От первого лица всю гонку. Гуд, да? Ну. Прикольно, кстати, видел вчера, видос я записал, да? Ну так, прям. Ёбаное такси! Помнишь? Там же от первого лица все время. Я в него уже перепечатался. Да, да. Я же от первого лица все время это ехал. Когда ты меня еще на Мустанге, помнишь, обогнал так? Налево посмотрел. А, сколько полетел? 270 поменялся. Ну, блядь, туман нахуй, надо. Жалко, тут дождя нет, да? Ну, мне кажется, я знаю, почему они сделали дождь. Ты знаешь почему? Потому что все-таки как бы территория огромная, типа сразу по всей планете дождь не может идти. И плюс еще то, что здесь снег есть отдельно, это как бы... Блять. Ну, не совмещалось бы. То есть вдруг там баг какой-нибудь произошел бы, и в горах пошел бы дождь, или наоборот, там снег пошел бы в пустыне. Ну, поэтому, видать, они не сделали. Ну, потому что это тяжело все-таки сделать, то, что как бы... Ладно, там, вот, в тест-драйв Unlimited, тем более, там... Тем более, еще эффективный такой дождь, более нормальный. Да. Ну, они хоть там каплями, блядь, мазали. Да-да-да. Тем более, еще смотри, вот, допустим, в тест-драйв Unlimited, там, ладно, один остров, на всем острове может дождь идти, это да. Вот. А тут, как бы, вся страна, и, типа, по всей стране дождь идет. Потому что, ну, тяжело это сделать. Я хотел слышать, первый сам на капоте себе вижу, там вот такие полоски такие черные, хотя смотри, не сопротивить видны, на такие две полоски, видишь, черные. Блять. Видел, да, мне, ну, у меня штатушка, типа, винил. Такие, типа, черепа, блядь, из сбоку, черно-белый. У меня такие полоски черные, вот я вот. А теперь лица, если присредиться, видно. Не, 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 что-то еще отстал, там, блядь. Да, что-то я, да. Я сбоку проехал, так, ой, ебать. Полетел. Все, увидел, блядь. Хуя ты там, блядь. Ты бы не видел, давай хоть реально чуть крышу нахуй бомбанул. Ты меня увидел, да, как я полетел боком? А я могу здесь на дорогу, слышишь? Я тут первый раз, кстати, еду. А ведь я по этой район. По этому району. Ну, короче, не узнаю. Блять, метка, так высокая, можно, но это метка. Сука, да вообще сзади. Ты полтора километра, нахуй. Да, нормально. 96 километров. Ну, не, наверное, это 120 будет километров. Раз. Ну, 50 минут где-то будем ехать. Ну да. 200 километров так вот, без тормозов на поворотах. Да, тут вообще без поворота, изи. Ой, блин, без тормозов, изи. Тут шлифуй, ну, пошли, ладно. Чё, дрифтанул? Ой, я прыжок на азоте, нахуй, вау. Ну давай, прыгай там, нахуй. Не, фигня. Да, иди здесь. На восточном побережье круче есть прыжки, да? Помнишь, где там едешь, так, ужж, полетел. Там столб у тебя не валялся на дороге? Да нет, чё, не заметил. Кто там валялся, я сбил. Да они же это обновляются быстро. Тем более, если едешь там где-то в 200 метрах. И на повороте. Там нахуй NPC, да? Да. Пидик. Эдик. Через пусты. Чё, мы возле этих едем? Восточно, да? Не, восточно, горный штат. Горный штат, да. Да ёбаный, блядь, уйди, сука, пикап! Бесит, блядь! Тварь! Встал, блядь, на дороге, гандон. Ты быстрее ориентир сразу же, блядь. Да? А, быстро точно. А сейчас только по полкилометра максимум, наверное, километра полтора были точно все. Не, 2 километра или 3 там было в начале. А сейчас вообще по полкилометра, блядь. Ну это здесь так, чтобы не срезались сильно. А то так, знаешь, проедешь через пустыню, все там. Два километра среза. Ладно, короче. Заговорился уже. Чувак предлагает это. Слышишь, чувак, короче, купил Dying Light и это предлагает. Давай это первый взгляд запишем на нее, типа, с тобой. У тебя, ну, помощнее с тем, чем у него.
У него там почти как у меня, чуть послабее. Он тоже, кстати, это успел купить, да, это, да, повышение цен, говорит. Только у него видяха 750, и этот проц там 30, ну, i5 30, там какой-то 33-40, что-то. Mm-hmm. Вот мы с ним в закрю играли, там, в арму, в Days. Он это, кстати, работает в магазине, это, игр. Ой, не игр, блин, компьютером. Mm-hmm. Говорит, про это недавно проц купили, ой, проц комп за 80 или за 70 тысяч от MCI. И принесли что-то через неделю две. Или через 4 дня. Ну, короче, что-то такое. Вот, говорит, видяха полетела. Там что за видяха было? Да фиг знает. Где-нибудь, ну не знаю, за такую цену, наверное, там где-то. Ну, RDA 280. Мне кажется, не больше, потому что сейчас дорого же все. Там сейчас, блядь, цены такие, блядь, проплыли. Я вчера вот смотрел, у нас, короче, магазин есть в городе. Там проц, ой, комп, проц. За 80 тысяч, там видях, как у меня стоит. Я немножко охерел. И проц такой же. А нет, там проц такой же, как у меня, а видяха слабее. И он стоит 80 тысяч. То есть, блин... Да там корпус, что не знаешь, там, блядь, корпуса, блядь, по, да, по 5, по да 10 тысяч. Там корпус за 3 тысячи, по-моему, или за 4 за 3, он стоит. За 5 стоит. Да нет, ну смотри, там же по новому курсу идет. То есть я по старому курсу, если мой этот комп, то он стоит 40 всего. Ну, если полностью его собирал бы я. Вот, я ж такого бы видел. А он что, стоит, давай, давай еще, блядь, 80. Не-не-не, не хочу. Это ты тогда поехал по краю, Петросян. Вот я еду сейчас по краю. Не, ну по краю просто ехать, ладно, одно, но, блин, двумя колесами. Колеса, вот я сейчас хотел, но не получилось. Да, ну что-то я не хочу. Да ладно. Тем более этот сзади, смотри, едешь 600 метров. Слушай, давай, давай на финиш, блин. Ебать! Блин, меня занесло. А этот, ну, меня направо занесло, чуть коня нахуй не съехал. Ебать, вот здесь я добро. Давай, короче, езжай же первым, будешь хоть раз на финише, блин. Это, блядь, все время второй или третий вообще. Не пиздец, я бы первый приедем. Хоть мы с тобой до времени все равно первый был. Ну помнишь, тогда ты, блядь, едешь на финише, бам, врезался. Ну конечно, прям перед финишем в NPC, блядь, такой толстяк выезжает, как в этом. Ну хуй, у меня 15 FPS тогда, блядь, было, нахуй, что ты хочешь, блядь. Думаешь, так ли легко, я, ну я могу, блядь, но, блядь, в городах это вообще трудно, блядь, тем более на суперкарах, наверное. Нет, на гоночных было тогда. Ну тем более на гоночных. Да гоночные, по-моему, управляются лучше, чем суперкар. Ну, когда я тормозишь. Нихуя ты сказал, блядь. Не знаю, я привык просто на Бентли своих гонять, это вообще что-то. А давайте поворачивать еле-еле нахуй, блядь, слушай, сколько там. Суперкарта, ладно, еще поворачивать, там, блядь, еле-еле. Да я на 200 тут в повороты вхожу, ты че? Блять, я точку проехал, какого хуя? Ебать. Сука! Я такой еду, думаю, че за хуйня, блять, у меня метка сзади. Ебать, я проебал. Сука. Ты че, блядь? Ебать, я такой еду, смотрю, спереди точки еду, такой думаю, что за хуйня? Смотрю карту, она сзади. Еба. Ну, блядь. Да похуй. Сука, блядь. Я даже третьего, наверное, не успею догнать. Да, успеешь. А ну хотя, ты... вот, я сокращу здесь. Это тоже вон с системой. Да, ну только там я время вылился, так что, так ты знаешь. Вот здесь еще один мост, вот здесь я вроде помню, выебнулся, или когда, что упал. Сука, ебучий забор, блять, уйди нахуй. Все, пиздец. А, да, занесло, короче, одного чувака, слышите? Все, пиздец, все, пиздец. Тебя я занесло. Теперь, блять, четвертый уебок. Сука. Ну, блять, значит, это подстава, подстав. Почему я ее не взял, скажи мне? Да ты вообще проехал ее на сбоку. Проехал, а вот здесь, нахуй, да, срезаешь, короче, блять. 104, 105. Ну полтора километра, короче, вот, ну, блин, я их догоню, я их догоню. Я их догоню. Давай, я подожди, пока на финиш буду вставать, я подожду, блядь. Вот, ты бы здесь я тогда вот хотел проехаться, по-моему. Да, вот здесь, короче, слышно, я их догоняю. Догоняюсь. Нет, я третьего догоняю. Ну хотя бы я третьим буду. Тут, короче, к дороге, сейчас спуск, короче, по такой тропинке, ну, блядь, по поляне и к дороге, короче, дорога. А вон там финиш, давай так вот подожду. Ну, все, я второго тоже догонять начинаю. Давай, нагоняю его. Все, я его догнал, но сейчас, блядь, да я не буду, чтобы обогнать сюда, его. Бля. Сука, пошел нахуй. Блядь. Ебучая давай, дорога. День там, все, я перед финишем, слышишь, остановился. Блин, вот если бы ты его чуть раньше сбил, то это вообще охуенно было бы. Блядь! Ебаное дерево! В рот его ебал, блядь! Как они меня бесят! Ну все, короче, пизда, я третий. Минимум как.
Блять, ебаное говно! Блять, я ебал! Ты пиздец! Сейчас да это ебучие деревья, блять, я их ненавижу! Как там всего? Ёбки ебаные, блять! Все, пошли нахуй, короче! Сука, уйди, блять! Пидорас ебучий! Там второй встал и ебется, короче, раком. Да я ебал, блять! Ты приехал! Я ебу! Весим? Да эти ебучие деревья, я их в рот ебал. Как там можно врезаться в этот... Да я ебу как, блять. Жопой нахуй, от косяк. Пизду. Я почаще первый. По очкам. Да. Что, лидер гонки там, по очкам вроде как. Ну и...